Разрешите поздравить вас с данным мероприятием. Желаю успехов, побед и честной победы. Летняя спартакиада, проводимая в год молодого специалиста, собрала в этот раз около сотни участников со всех подразделений МЭС Западной Сибири. 5 команд, из них центральное, восточное, южное и малоненецкое предприятие магистральных электрических сетей, а также аппарат управления компанией, поборолись за звание лучших. Мы заботимся о своем коллективе для того, чтобы все-таки поддерживать его в здоровой форме, в спортивном состоянии. Сами понимаете, здоровье – это большая трудоотдача, большая наработка и вообще сплочение большого коллектива. То есть это один из способов объединения нашего коллектива именно в ту семью, которая должна быть в это время. Спартакиада в МЭС Западной Сибири проводится ежегодно и действительно способствует укреплению корпоративного духа коллектива. Даже те работники, которые не являются профессиональными спортсменами, желают выступить в соревновании, чтобы защитить честь своего предприятия. Анастасия Финаева, представитель команды аппарата управления, сделала все для своей команды. Причем заняла первое место сразу в двух дисциплинах – беге и плавании. Спартакиада для энергетиков – это развитие, конечно же, себя, показание себя во многих видах спорта, в разных, очень много как бы желающих показать себя и проявить. Кроме плавания, участники соревнования проверили себя в беге на дистанции 100 и 400 метров, настольном теннисе, шахматах и волейболе. Все команды шли друг за другом, где-то выигрывая, где-то уступая. Победителем стала команда восточного предприятия магистральных электрических сетей. Причем верхнюю ступеньку пьедестала она занимает уже третий год подряд. Победы было добиться довольно сложно, но команда постаралась, и в принципе все проявили себя как могли. Естественно, многое не получалось, но все старались, и благодаря этому заняли общекомандное первое место. Итог этих двух соревнований – не только эти заслуженные кубки и медали, но и почетное право защищать МЭС Западной Сибири на спартакиаде в Москве. Рамиль Нуриевич, Слав Шаркунов, специально для программы «Телевизионный обзор новостей».